Официальный старт предновогодней подготовки. На площади Пушкина устанавливают главную городскую елку. Зеленую красавицу сначала необходимо собрать, затем украсить уже полюбившимися горожанам огнями в виде огурцов. В полную мощь символ Нового года засияет уже в пятницу. Разработан план предновогодних мероприятий. Дед Мороз приедет в город в субботу 19 декабря. Резиденция сказочного персонажа заработает в Центре культуры и отдыха с 26 числа. Еще одна искусственная ель будет установлена перед ЦК ИО. Две живые красавицы поселятся на площади Ленина и при вокзальной площади. Новый год пройдет в условиях дефицита. На излишество в украшениях денег в муниципальной казне нет. Сами понимаете, время у нас такое сложное. И, конечно, средств, которые могли бы быть выделены на установку елок, их просто нет. Поэтому мы в первую очередь надеемся на то, что наши предприятия, акционерные общества, торговые центры, банки будут украшать свои фасады и устанавливать елки.